Быстрее. Быстрее, выходим. Давайте на обочину. Живее. Никто никуда не уходит. Держимся вместе. Если захотите отойти по нужде, предупредите меня. Не забывайте об этом. Скотт, живее! А здесь прохладно. К автобусу не приближаться. Всем отойти на обочину. Живо! Во втором колесе я нашла точно такую же штуку. О, боже. Только не говори, что в центре чей-то пупок. Девочки, что происходит? Минкси, ты куда? Минкси, оставайся на обочине. На дорогу никто не выходит. Сажай всех обратно в автобус. Ну, ты сама же... Я помню, но здесь происходит что-то странное, и это мне не нравится. Я думаю, что мы... Пленер. Что за черт? Куда делся тренер? Чарли. Чарли! Сажай ребят в автобус, и пусть закроют двери. Так, чемпионы, бегом в автобус. Баки, садись к рации и попробуй с кем-нибудь связаться. В автобус, Скотти! Куда делся тренер? Заведешь ребят в автобус и закроешь все двери. Скорее, Скотти. Так, какого черта вы застыли? Бегом в автобус. Чарли! Чарли! Шевелись! В автобус! Быстро! Повторяю, автобус номер 226. Полу... Чарли! У нас чрезвычайная ситуация. Кто-нибудь меня слышит? Автобус 226. У нас поломка. Мы на 9-м шоссе. В чем дело? Что ты видел? А вы что? Ну хватит! Ты видел что-нибудь или нет? Она улетела. Что? Разве это возможно? Что ты несешь, черт подери? То, что слышал. Люди не умеют летать, придурок! Что? Сядь, Скотт! Что здесь происходит? Да хватит тут выступать! Отправляйся на место! А ну быстро! Ты тоже, Джейк. И все остальные. На место, Скотт! Ты меня понимаешь? А вы меня понимаете? Что-что? Вы слышали? Ты нашел подходящее время для разборок. А ну-ка, сядь на спину! Где она?
Двери, черт подери, двери! Двери!